В военной части номер 36-806 Ошской области прошел день открытых дверей для всех желающих познакомиться с жизнью военнослужащих. Местный житель Азиратали Маткалыков привел с собой 5-летнего и 3-летнего сыновей. Говорит, что несмотря на возраст, мальчики уже мечтают служить родине. Каждый день, хотя бы один раз в течение суток, они надевают военную форму. Младший хочет ходить в форме даже в садик. Но мы, конечно же, не разрешаем. Они с любопытством смотрят военные парады в интернете. В общем, мои сыновья очень любят все, что связано с военными и армией. Гостям дня открытых дверей солдаты продемонстрировали отточенную маршировку, а после и свою боевую подготовку, в том числе и тактические эпизоды уничтожения противника. Сегодня 29 мая, день вооруженных сил Кыргызской республики. Поздравляю всех. У нас отличное настроение, праздник прошел хорошо. А также хочется пригласить на службу всех, кто неравнодушен к этой профессии. Кроме того, молодым людям была предоставлена информация о военной технике и вооружении, а также их поближе познакомили с обязанностями службы. Все прошло очень интересно. Я получил огромную мотивацию и теперь точно хочу служить в армии. Также мне понравилось то, как солдаты умело обращаются с оружием. Главная цель мероприятия – это формирование у молодежи высокого патриотического сознания, чувство гордости за свою родину и готовности защищать интересы страны. Мы не ограничились простой демонстрацией оружия. Все наши гости ознакомились с жизнью и службой в армии. И мы видим, что многие молодые люди желают служить родине. Сегодня, 29 мая, в стране отмечается День вооруженных сил. В этом году исполняется 32 года со дня образования Кыргызской армии. Нагима Бакаева, Бектур Калыбекулу, ЛТР, город Ош.